Детская консультация при Барышской районной больнице обслуживает 6 тысяч ребят. За много лет работы двухэтажное здание обветшало. В июне прошлого года в учреждении начали ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение». За 20 лет это первый хороший ремонт, который у нас есть. То есть 20 лет у нас здесь было. То есть это вообще была парикмахерская когда-то, которую переделали в детскую консультацию. И не было ни одного ремонта за эти 20 лет. Спустя год консультацию не узнать. Теперь пациентов встречает большой холл с игровой, просторная регистратура. Завезли новую мебель, пеленальные столики и диваны. Но особая радость для врачей – новый УЗИ-аппарат стоимостью 3 миллиона рублей. До этого УЗИ в учреждении детям не проводили. Приходилось ехать в больницу и сидеть в общей очереди со взрослыми. Обновленную консультацию осмотрел губернатор. Раньше одного, а сейчас уже такая яркая. И стены должны быть такие яркие, чтобы детишки не боялись приходить. Кроме Барыша, детские консультации отремонтированы в Радищевской, Маинской, Инзенской, Корсунской, Терингульской районных больницах. Всего на развитие материально-технической базы детских поликлиник на 2020 год заложено более 186 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.